Мы на канале улицы Москвы, продолжаем прогулочки к городу Королёв. И в этом выпуске посетим улицу Горького, а также проспект Космонавтов. Это, как я понимаю, исторический район Костина. Исторический район Королёва. Впрочем, являвшийся ранее также отдельным населенным пунктом. А здесь мы видим уже дома таких московских серий. П-49 девятиэтажечка, П-44, П-44Т. Это уже здесь будет ближайшая станция Болшево. Если мы в наших двух предыдущих выпусках были ближе к Подлипкам, ну, в предыдущем выпуске вообще где-то на отшибе гуляли, ну, здесь вот мы видим оживленная улица. Правда, обратите внимание на тротуарчик. Тут ты отчетливо понимаешь, что выехал за пределы МКАД, несмотря на типичные московские серии. Сталинградской битвы. Так называется вот эта небольшая улочка в честь великого события. Так, что у нас, светофора нету, как понимаю, да? Понятно.
Так, вот у нас, понимаю, пересечение с проспектом Космонавтов. Мы все-таки находимся в городе Покорителей космоса. Ну и сейчас будем двигаться в направлении железнодорожной линии. Ну, такой симпатичный домик. Правда, стоит он на перекрестке. Я думаю, одна из самых крупных улиц в городе, проспект Космонавтов. А, вот туда опять улица Горького продолжается. Интересно. Конфигурация. А влево проезд Макаренко, вправо улица Горького. Ну и опять мы тут видим московские серии домов. П-44, П-44Т. А вот это вот я не помню, что вот прямо. Быстрого питания. Да, оживленная такая улица. Есть среди прочего попадаются и такие вот двухэтажные здания, как дом, например, напротив. Можно сюда еще свернуть в проезд Макаренко. Небольшая улочка.
тоже в башенке приличной высотности. Проезд Матросова здесь вот пересекает. Ну ладно, туда уже, наверное, не пойдем. Такие проездики тихие. Интересно, это кирпичные дома или монолитно-кирпичные? Мне кажется, уже второе. Ну и вот старые дома, дворики. Дом 12 по проезду Макаренко. Так все провинциально выглядит. Так, и вот дом из 3 этажей, например. Закоулки Наукограда. Ладно, здесь, наверное, будем закругляться. Была прогулочка по Королеву. Смотрите канал «Улицы Москвы».